Всем юхай! С вами Амайнд, на канале Амайнд Гейминг, со мной сегодня Шефд. Здорово! И что-то меня пробило на ностальгию. Прошлый видосик был по Хайт Онлайну, в который я не играл полтора года, и сегодняшний видосик у нас по Кроссауту, в который я не играл тоже больше года. За время моего отсутствия добавили очень много, кстати, всего. Вот, например, у нас как бы был основной бронемобиль, был Левиафан. Да, который я тоже строил, есть что, ролик по подсказочке, обязательно смотрите. И бронелет добавили. Тоже отправляйтесь в бой на бронелете, создали летающую машину, отправляйтесь в воздушный бой с другими игроками. Прикольненько, классненько, интересненько. Так, Шефдон, давай даю слово тебе, что еще добавили в Кроссауте? Новый батл пасс, то, что я знаю. Угу. Движок обновили. Ну, это я уже застал, это уже было больше года назад. Ну да. Еще можно, прикольно то, что можно редактировать тест-драйв. Тест-драйв типа... можно редактировать? А, можно редактировать, да, карту, то бишь полигон, так называемый, да, его, да, можно, да, редактировать. Кстати, вот этого я не знал, ну прикольненько, прикольненько. Мне дали, получается, этап 5 завершен, победитель братства. Это, я так понимаю, сезонная какая-то тема. Окей, как это у нас что получается? Мне нельзя продать, бла-бла-бла, ладно. О, вот, свежие новости, узнаем подробности Кроссаута. Офигеть, сколько. Так, получается, у нас было ивентовое обновление системы проектного онлайн-игры, уже началось. Project Void Space, снижена стоимость улучшения оружия. Кто ждет следующего обновления? А, ну понятно, вкратце по новостям. На самом деле, главная цель этого видеоролика — поностальгировать, что прикольненького, что поменяли. Интересно, на самом деле, будет, вот как бы здесь есть кнопочка «В бой». Сколько, чтобы сделать бронелет? 70 тысяч репутации, вы что, долбанулись? Это же охренеть как много. А в бой... А, я в бой могу идти, то есть у меня бронелет есть, то есть мне не нужно его создавать. Ладно, прикольно. Ну, Левиафан мы посылаем в бой, почему бы и нет? А с тобой, Шеф, я предлагаю зайти в каточку и сыграть вместе. Так, мы решили зайти в классический режим за металлоломом. Ё-моё, Шеф, он здорово. Так, ну-ка, смотрим на твою тачечку. Ну, неплохо, красивишно. А, классно, я вшатался. Окей, нам нужно, получается, захватить нейтральную базу. Давай держаться вместе, ты где там? Давай, догоняй меня, я шибко в бой сильно идти не буду, я аккуратненько. Так, окей. Кто захватывает? Вроде наши. Сейчас стрельба, я уже на самом деле забыл. Чё к чему? Все, я уже типчика разваливаю. Я втаган. Аккуратно. Стреляем по пушкам, обязательно. По кабинам. А, все, я без пушек остался. Меня пилят, брат. Езжай. Ну все, меня убили. Да. Братан, не знаю, захватывай пока что, захватывай. А противников осталось на самом деле не... А, 4. У вас большинство. Хорош, молодец, помог. У вас большинство. Там что, вот типчик, аккуратно. А, так он без пушек. Все, изи. Это изи. У него внутри могут быть дроны. А, может быть, но вроде как нет. А, не, подожди, вот у него пушки есть, ё-моё. А, вот, спереди. Они спереди. Ой, тебе надо уходить. Ой-ой-ой. Срочно. Мне колеса выбили. Прикольно. Да, пушки ты не отстрелишь, конечно. Все, уходи, иди, лучше просто захватывай. Он, кстати, остался... А, нет, он не ластовый, двое еще. Но мне надо повернуть. А, да, повернуть. Ой, еду. Ой, отлично, прям повернулся ништячно, захватываю. Так, осталось до сих пор их двое, где они, непонятно, где-то стреляются, скорее всего. Просто стой, как бы захватывай. Вон что-то за тебя ездит, ладно. Тиммейт тут без... Да, тиммейт без двух колес чисто бочком наваливает, ему нормально. Это Жигули. Знаешь, у меня вообще по классике ошибка. Я постоянно пушу, иду на пролом, и потом меня просто расхерачивают. А я забываю то, что у меня основное орудие, если не ошибаюсь, это у меня как раз-таки тоже вектор, как и у тебя, это дальнобой. Ну, как бы на дальних дистанциях нужно воевать. Да, две базуки, я, конечно, не помню, как они называются точно. Ракетницы. Ракетницы, да, они уже для ближнего боя. О, я заданки выполняю, отлично.
Текс, все, сейчас аккуратненько, не торопимся, это главное. Реально, держимся вместе, а то я тут что-то сказал, а сам поехал, погнал. Че у нас по левлам? 35-й левел у противника. 67-й, ни хрена себе, вот это вот жестко. Это же так, шифтецкий с прицелом, вот это я шарю, эта тема уже была. Так, я вот эту карту я не шибко люблю на самом-то деле, но да ладно, в принципе. Я, короче, сверху настреливать буду. Давай, а я пошел пушить. Я настреливаю пока нормально, пока нормально. Так. Ого, тут у противника пушка большая. Да, вижу. Сейчас братанчик, тебе жопа, прям. Я знаю, меня тут пилят. Братан, я попытаюсь тебя спасти, конечно, но не обещаю. На, меня убили ракетой. Мне кажется, в этой игре самая имбовесная — это ракета. А, меня 67-го не убил, понятно. У меня 5. А, меня уже сзади обходит. Да, тебя сейчас кинут. Ой, ты перевернулся. Спасибо, спасибо. Ой-ой-ой, так вот. Ну, перевернись, пожалуйста, перевернись. Я сделал все, что смог, я чисто дал дэмэджа, но это проигрышная тема. Понятно. А, ну вот этот чел с 67-м левелом, он как раз таки развалит. Ну, прошка, понятное дело, в принципе. Ну, здесь все, здесь как бы GG, мы не победим, конечно. Осталось трое. Наш. Ой, ну типчик вроде взорвал его. Немножечко поддамажил. Ну, у нас тип чисто с какой-то херней ездит, блин, он ничего не сделает. Там тип перевернутый, его захерачит сейчас. Ну, классика. И он еще и не попадает. Угу. Ну, кстати, машина прикольная. Ну, на самом деле, у... Чё, как пушка называлась, которая у меня... Зевс? Не Зевс? Нет, что-то. Вектор, вот. А, она не шибко много урона. Ой, там захватывают? Сносит. Захватывают, да. Мы сейчас быстрее проиграем. Ой, но он сейчас взорвется. Противник вроде должен успеть взорваться до того, как умрет наш. А, ну ему выбили колеса. Ну все, ему жопа. 30 хп, 3 хп, все. GG. Так, да, тут фрэн. Уже базу нужно захватывать непосредственно врага. Вот это интересно. Тява прикольная. Угу. Это, по сути, что? Это безумный Макс, как из фильма. Ну да, дорога ярости. Да. Ой. Вот эта карта тоже достаточно интересненькая. Кстати, этот мост теперь можно сломать. Да? Да. Только я не знаю, как. Ну, наверное, не нашим калибром. Уже бойня, братан. Ну, как ты его можешь сломать? Ой, братан, все, мне жопа. Я тебе помогу, я тебе приезжу. Братан, тут как бы помощь уже все, как будто бы. Ай. Все равно не сдавайся. Да я не сдаюсь, но меня пилит, вот в чем проблема. Да, я вижу, я от него пытаюсь уходить, вроде битва идет. А, спасибо. Так, я по правому флангу, ну ты со мной, в принципе. Я с тобой. Так, слева. Ух, ё-моё. Слева враг. Ой, нифига себе, там все. Короче, бесполезное говно, я его уничтожил. Ой, слева! Меня просто раздавили. Я разваливаю. Ну слушай, я не. А, я убил типа, короче. А, тебя уже запердохали, все понятно. Да. Ну да, наши типчики, конечно, не справятся. Он вообще без пушек, он чисто с пилами гоняет. Я бы, кстати, на свою тачку пилы поставил, вообще с радостью. О, что? Лебёдка зацепил? Да, нормально. Смотри, как это читерно. Согласен. А бывают еще такие темы, когда мину кидают с лебедкой, ты ее на нее наезжаешь или рядом, и она тебя цепляет, и ты на месте стопчешься. Ого. У меня уровень 2 охота за разумом. Нормально, кейсик дали. Ну-ка, сейчас открываем его. Да, я пока остановлю. Так, значки, мне дали значки механиков. Ну, такое себе, ну ладно. Можешь каким-нибудь ивентом сходить? Давай. А, 3 на 3? Ребят, короче, мы пошли в режим перестрелочка. Это новый ивентовый режим какой-то. Давайте посмотрим. Меточки, ё-моё. Ну это что это? А, тачки дают? Нифига себе! Летающее говно! Подожди, я чуть не провалился. Тихо, не надо. О, я помню, тут еще была такая. Типа машина с пилами, я тут... Не надо вообще... Я что-то промазал немного. Ой, мне... А, это невидимым. А. Еще невидимый. Ай, меня спалили. Я попал. А, мне выбили эту способность невидимости. Понял. Минус 300. Тихо.
Старайся не падать. Я попадаю, слушай, по типчикам аккуратненько так. Я упал. Понимаю. Короче, тебя запердохали. Ну-ка, а, я промазал. Сдавал. Короче, я запушу этого типчика аккуратненько так, не торопясь. Ой-ой-ой, давай-давай-давай, переворачивай. Давай-давай, скидывай. Нет, нашего запердохали. А, чё, меня... ну я, короче, типов прям надамажил, в принципе, нормально, двоих. Так, и чё нам дали, получается, приз? Провода. Ну ладно, да, погнали следующий. Ну я согласен, это прикольно, но здесь... Новая понимаешь, карта. Да, новая карта. Здесь надо набить руку прям жестко. Тут типы задротят 24/7, а я не играл в красаву полтора года, или даже два. Не, ну полтора точно. Так, ладно, давай. Я руку себе набил в... Чел невидимым стал. Я точно. Я промазал. Я набил себе руку на зенитках. В игре. Я промазал. А чел невидимым стал. Я попал. Ай-яй-яй, меня подожгли. Ну как? Мне контейнер подожгли. Попал. Ну, мало снес, мало снес. Братан, живи. Ну, на дальней дистанции, братан! Ай-яй-яй, мне тут прям вообще плохо. Ай-яй, мне жопа. Шотнут. Давай. Тихо. Все, я невидимый. А как невидимым стать? Ага, все, понял. Правая кнопка мыши. Ага, да. Сейчас аккуратненько подлетаю. Я тут сгорел. А у тебя там недолгая она. Да, знаю. Ты сейчас невидимый. Ой, хорошо нанес, он промазал. Я пойду его запушу. Давай, вдвоем его. Вдвоем давим. Не, он... Ай, попал. Попал, ай, блин, в броню попал. Я танканул, ай. Я то опять танканул. Меня подпушили, брат, меня оп. Подпушили. Я его нанес урон. Давай, танкуй. Танкуй. Ай, я хрен... Ты горишь, брат. Я знаю, я поэтому и хочу танковать. Наношу, нормально. Я тоже горю, чуть-чуть. Оп, блин, минус 7. Тихо. Чуть-чуть. Сейчас заберу, несы. Давай, у него тут сзади есть. Я ему щит выбил. Ой, все, ему жопа, брат. Тихо, я невидимый. Все, я убил. Я убил. Пошли помогать тиммейту, ластовый остался. Ай, я промазал. Ай, помили. Брат, сейчас переверну. Ай, я тело запердохл, ё-моё. А где он? А он едет. А, вон. Ну, я, конечно... Три всего снес. Я три раза танканул. А, все, я теперь перевернутый какой-то. Все, ты горишь. А, нет, это не ты горишь, это тиммейт горел. Я думал, это сейчас. Ну, я не попаду сейчас в него, только если прям в него влететь. Мамонт 2077. При стрельбе у тебя исчезает невидимость. Ой, попал, да. Хорошо. Ой, хорошо, попал прям. Ты как странно едешь. Ну, да я, у меня одной этой ракетницы нету. Тиммейт, на тебя вся надежда. Хотя нет. На меня. Нет, он перевернулся. Ой-ой-ой, чисто минус 2 оформляет Аман ЮТ. Мой ник в любой игре. Отлично. 11 нам дали проводов. Нормально. О, это самая карта, где можно изи упасть. Да, тут можно изи упасть. Карта говна немножечко. Не попал. Я улетаю. Тихо, лучше не подставляться, кстати, задом. Предлагаю скинуться на одного. Давай. На, я попал хорошо, я хорошо минус попал. 4. Отлично. Все, он улетел. Да, на второго. Ай-яй-яй, я сейчас улечу. Нет, 500 попал я нормально. Все, скидываемся на него. Я невидимый. Ай, меня заметили. Не сломали. А, я промазал. А, у меня тоже щитов нету, брат. Я на один выстрел чисто. Нет, щиты не защищают тебя. Они защищают, но у меня их сейчас нету. Ой-ой-ой-ой, тихо. Давай. Один улетел. Я живой остался. Хорош, молодец. И ласт тип. Давай. Скидывай. Есть. Ой, молодец. Ой, сорян, чуть тебя... Лол, мы, я тебе больше скажу, мы вроде втроем упали даже. Нормально. Погнали в новый режимчик. Итак, ребят, очередной новый режим, получается, арт и безумие. В чем суть данного режима? Это что, это мы типа в соло? На карте Азис редкий путь. Нет, это они не отображаются. Или, подожди, это батл рояль? Где?
Подожди. Ты? Ну да. Подожди, не стреляй. Почему на кого? Чё, почему? А почему мы... Подожди, дай на превьюшку тебя возьму. Подожди, дай на превьюшку тебя возьму. Почему мы коровы? О, кстати, я хочу так сделать. Почему мы коровы? Я двигаться могу. А ну-ка, подожди, а типа каждый сам себя лишь как? А я в тебя стреляю. Да, а, жопы стреляешь! Что? В смысле? О, кстати, здесь имба пушка. Тут реально она из жопы! А как а стрелять? А тут имба пушка, что там тигра, прикол. Ну, пушка-то имба, а стрелять-то как? А стрелять? Тут скорее бодаться. Я не знаю. Типа надо вот так вот вставать перед врагом и разворачиваться. Да, тут хрен развернешь, это вот в чем прикол. Опа, одного ударил. Ай, меня поджигает, кстати. Нормально. Тихо-тихо-тихо. Ай, меня уже колесо отпили. Или лапу. Ай-яй-яй, горю. Ай-яй-яй, горю. Не. На, я запердохал одного. А, нет, не запердохал. А чё ты... как-то нечестно вообще, нифига. Если умираешь, то ты, если умираешь, то ты не исчезаешь. Я сейчас на Микки Маус. А. Вот. Ну окей, я попробую сейчас жопы выстрелить, типа. Вот, я вижу, и вот я вот это. Все, ой, хорош. Это я около тебя сейчас. Понял. Оп, я невидимый. Оп, машинки. Ну я попробую, типа, ай, у меня ногу отхерачили. Они выносят всех. Давай, я тебя защищаю. Спасибо, конечно. Поехали. Что, сова? Да я не понимаю, я корова. Я корова. Чё, жди помощи восстановить. Да иди ты на... А, я сам себе хп сношу, я понял. О, подожди, вот этого типа, дай попробую вот этого. Амин. Амин какой-то. А, у него тоже жопа. Так, ну... Разверни меня. Подожди. Пока не могу. Не для меня. Ой, ногу ему отхерачил, нормально. Давай, я тебя везу. Так, пока, ну я не. Я попытаюсь в него попасть. Я только в тебя могу. Я только в тебя могу попасть сейчас. А, он за. Я его убил! Нормально. Братан, я могу только в тебя выстрелить. Нормально, я тебя толкаю. Ну блин, ты бы развернул меня лучше. А чё ты? А, не знаю. Ты можешь стрелять. Я тебя могу здесь оставить, ты можешь стрелять. Ну, слушай, не... А, реально, подожди. Ой, хорошо, ты как попал! Тут ракетница! Ракетница, нормально. Так, подожди, сейчас я немножечко ожидаю. Камикадзе! Ай, меня захерачили, меня развернули. А, это ты был? Это я. Это спасибо. Я. А, все, мне жопа. Давай, я попробую самоуничтожиться, подожди. Не надо, так ты меня... Ты не... А, меня быстрее убьют. А, ну я тебя расхерачил. Уходи! Так, подожди, а как... А, да нифига себе! А, я опять жопу стреляю, да? Подожди, а что ли рандомно там? А, не, подожди, нет. Подожди, я могу быть невидимым, я, короче, какой-то волк. Пёс. Волк? Вольф? Пёс какой-то, хрен его пойми. Какой-то максимально странный режим. Согласен. Там максимально странный. Но прикольный. Ну это какая-то дичь вообще. Это просто какая-то дичь. Почему животные просто дерутся? Да это вообще... Животные из металла вообще нормально, я считаю. Самое лучшее, что есть в этой игре. Ну чисто... Да, чисто фан. Чисто фан, нормально. А, все. Десятое. Подожди, я на четвертом месте. Ты на четвертом. Я даже не попал в топ. Я фраг просто сделал. Ну нормально. Причем я сделал. Вот ты. А, ну вот, так все круто сложилось. Ты один из нас, дикобразов. Ну нормально, ладно. А, уничтожить надо. Сюжеточку мы, ребят, пошли. Пора показать свою благодарность. Не надо уничтожать, надо дальше проехать. Ну поехали, что так, я быстрее тебя. Вот видишь, типа вот это желтое, да, ты быстрее. Видишь, вот это желтое, типа, у тебя на мини-карте. А, да, вот ее уничтожить надо. Нет, нам надо туда ехать. А, ну все, едем. Давай это тоже уничтожим, что? Нам что ли лень? Ну, по сути, ну мы не успеем, мне кажется. Я, конечно, постараюсь. А, не, тут успею. Время. Тут время не. Опа, здрасте. Так, ой, давайте тут наш плесит. Я по кабине стреляю, короче. Прикольная тачка, чувак. Ну да, нормально. Я не знаю. Просто здесь такой. Здесь тяжелый. Опа, защита подлетела. Нормально. Ну я уничтожаю. Я тоже стреляю. Ой, я, кстати, могу перед ним встать.
А, или нам нужно груз уничтожить. Надо груз, надо груз. Но вот эти защитники, они тоже нам доставляют проблемы. А я по кабине. Да я ничего не могу. Да я тоже, я по контейнеру просто фигачу. Ну, толк есть ли от этого? По кабине стрелять? А я не знаю. По кабине? А, ну да, да, по кабине. По кабине, кстати, да, урона должно быть больше, по сути. Это немножко, это фура не должна доехать до цели. А, нам надо остановить ее. Окей, это да. Это ран. Типа. О, она горит уже. Все, 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 все. Мы должны успеть. Все, супер, всё, отлично, репутация металла. Событие завершено. Так, все, теперь поехали на вон ту метку. Погнали, кстати, желтая, я уже сломанный, желтая, кстати. Да нормально, сам отремонтирую. У тебя колеса нет. Да, да, да. А, у меня тоже колеса нет. Подожди, а как отремонтироваться? Я прям вообще по ним не стрелял. Так, чё? О, соединение с сервером. Это что такое? Я не знаю. Загрузка уровня. Опа, все, мы починились. Освоился немножко. А, ты, походу, что-то начал. А, походу. Нет. И чё? Не знаю, куда. Мальчик, короче, видишь, где фонарь горит. Я скажу, если что, начинай. Ага. Задание. А что делать надо, мальчик? Выполни несколько заданий. Отправляйся в патруль по указанному маршруту. Все, поехали. А, на налево. Угу. Выполните несколько заданий на... А, нужно, короче, посетить координаты. Ну, а, типа, вообще нормально. Несложно. Ну, тут типчики тоже имеются. А, кстати, нас отремонтировали. Да, 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 да. Мне мою камеру починили, которая прям спереди стоит. Счет, я все ближе к цели, так, следующая метка у нас там, сверху. Да что ты меня постоянно обгоняешь? Да я быстрее просто еду. Так, ты не стреляй в меня, не надо. Так, отлично. Выполнено. Ой, я перевернулся. А, тут задание завершено. Репутацию дали. Так, окей, погнали к Манчу. Типа, новенький прием, ты где? Я тебя жду, место следующего задания. Ну, мы подъезжаем, ё-моё, мы уже рядом вообще-то. Новенький это я. О, Манч, здорово, тихо-тихо-тихо. Открой карту синий. Собери выпавший из фуры груз. А где? А, ага, я знаю, где он. Тут показывается он на мини-карте. Вот на мини-груз. Так, а если ты собираешь, то это считается? Это считается, хоть ты соберешь, считается будет. А, все понял. Не ожидал такой пройти, подождите, в том же духе. А, продолжай. Хотя нас тут двое. Так, вот еще один груз. Я сверху падаю. Так, я пойду пока за третьим. Давай, давай, давай. Так, я собрал уже. Так, я тоже нашел. Отлично. Так, нам сейчас опять манчу. Теперь что на хлеб манси с тобой поделимся. Так, к нему что ли вернуться надо? Да, обратно. А ничего ты шаришь в этих делах? Я у нового задания, давай сюда. Ну, ты понял уже, не все задания одинаковые. Никогда не знаешь, кому... но все платит хорошо. Я умею читать, да, ребята. Манч, здравствуйте. Поэтому я молчу, чтобы... Как у мусорщиков начало сменилось, они оборзели в конец. Катайся к ним, уничтожь несколько машин и расслабься. Хорошо, хорошо, хорошо. А что это, кстати, долгая сюжетка, не? Не знаю, наверное, долгая. Ты что там стоишь? Так, ну на территорию я въехал уже, по сути. А, вон надо вижу. Найти эти машины. А, надо уничтожить мусор. Да-да-да-да. Слушай, а у них это, у них нормально так. Ой, свободный рынок — это самое ужасное место. Точнее, самое, точнее, ну как ужасное? Неприятное. Там задание было с ним связано. Я не смог его выбить. А, я промазал. Ой, меня здесь, оказывается, не выбили еще эту. Давай, я тут сейчас одного. О, нифига себе, там тут огонь создал. Все, типчик горит, все. Да ты сделал мир чище, понимаешь, о чем я? Конечно. Ух, ё-моё. Надо просто любых убить. Ну, не по сути, да. Всех. Ай, дай мне камеру опять сломали. А, все, да не выполнил. А, ты двоих запердохал, нормально. Ну да. Я только одного чё, успел. Пока первого ломал. Да. Так, ну надо остальных. Лан, посмотрел я на вас, вроде справляешься. Все, здание выполнено. А, это было... А, в следующий раз на настоящее здание поедешь, свободен. Так, чё, погнали зачищ... задание. Погнали, не бей их, погнали задание. Так, центральный поток. Да кто там по мне стреляет? Надо быстро переправить бензин на центральный рынок для старого торгового партнера. Подбери ящики с канистрами. Погнали. О, вот. Отлично. Вот, спасибо, дорогой. Вот, помог нам, так ты приезжаешь. Окей. Ну, значит, да, туда надо на основной...
к основному сюжету. А ты сейчас топачишь, наверное. Maybe... Всё, я уже принял. А, да. Да, загрузка уровня. Ага. Так, я что-то разгонил, надо ее достать. Нету больше у нас такого чувака, за которым ты приехал. Продали его на рынке. Ну, там такой мусорчик дичайший, типа торговец. У нас как раз к нему посылочка есть. Ты ее отвезешь и скажешь, что от нас. Он тебе тогда все выложит. И про обработанных, и отшлифованных. Да, читать я умею. Мы, так, короче, типа заражены, и типа надо, чтобы мы обработались, типа, чтобы нам память вернулась. Это как я понял. Окей. Типа это выжившие все, это что, кто с нами общается. Так, отвези посылку от Вики торговцу, но будь осторожен. Так, у нас сейчас противники на пути, походу, будут встречаться. Да. Нет, не будут. Вот когда приедем уже... А, ну да, ну в любом случае... Тогда там будет уже. Не обращаем на них внимания. То, что по пути нам не надо вообще. Ты можешь меня подождать? Можно было бы... Я понимаю, ты там... Я понимаю, ты там быстрый. Подожди, а как... А карту можно открыть как-нибудь? Карт, наверное, тап. На... Тап. Так. Да. Ух, ё-моё! Высоковато. Ты чё там? Высоковато, сейчас поймешь. Так, ну, ехать... Амикация! Ну, мы где-то половину пути проехали. Как все прошло на свалке? Не очень. Амикация! Да так, в целом. Пока есть зацепка... Ой. Так, иди нафиг, у нас основной сюжет. Я перевернулся. Ну, в меня уже стреляют. Ну, вообще, я сам собирал эту тачку. Сборки покупал, но их немного. Так, все, я уже на рынке. Я бесплатную халявную взял. Mm-hmm. Там что-то было. Так, ты на рынке, молодец, спасибо. Да, так, тебе это, не короче, пришлось было... ехать. Это ловушка, и сейчас, типа, нас будут... Ну, ты там один. А, зашибись, помощь, брат. Я еду к тебе. Так, ладно, я наваливаюсь пока на одного. Я гоню к тебе. А, меня уже отстреливают. Я к тебе гоню. Теперь будешь меня всегда ждать. Окей. Не, ну в принципе я справляюсь. Потихонечку так, аккуратненько. А я, кстати, сейчас... Все, я уже двоих вытащил, остался один. Да, я дай мы вместе его. А, все. Они тут легкие. Да, он легкий, все, я его запердок. Если... Смотри, как я дрифчу тут. Ну, я вижу... Так, уничтожь вышки, чтобы... Ага, понятно, поехали. Короче, предлагаю я... А, слушай, я уже поломанный. А ты поломанный? Я нет. Ну, мне давай, надо... давай я вышку захватываю, ты стреляешься. А их не надо захватывать, их надо уничтожать. А, ну я уничтожаю, ты стреляешься, потому что у меня такое себе... Давай, давай, сначала вот эту начнем, ближайшую. Ой-ой-ой! Тут ой, я ближайшую пропустил, ё-моё. Тут ближайшую с пилами машины. Меня пилят! Иди! Ой, меня тоже пилит, меня тоже пилит! Нет! Спасаю, 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 спасаю. Ой, все, мне жопа. Ладно, пока живой. Давай, еще тебя переверну. Я пока стреляюсь. Ой, все, он горит, он горит, он горит. Я успею выжить. Да, отлично, спасибо. Нормально, не за что. Я вот этого пока убью. Предлагаю тебе сначала их всех зачистить, а потом уже уничтожить. Ну, слушай, мне кажется, я не смогу этого сделать. Хотя постараюсь. Ну ладно, тут уже вышку, я считаю, сломал. Ну, это 600 хп. No, один, еще у один меня 200 хп и всего 3 колеса. У меня их 4 еще. Так, еще ну один? Я пока это угоняю. Большой. Да, это большой. Я по нему дэмэджа даю, но сам уже отъехал, сейчас буду вышку ломать. Ой, а тут, походу, у него тут танковые башни. У него тут реально танковые башни. Братан, живи. Я пытаюсь. У меня тут, нет, кстати... А, вышка вообще чистая, здесь никого нету. Сколько у тебя хп? У меня 500. А, ну все нормально. Я сейчас вышку дала. Ну, 600. Значит. Там еще 600. Вот, тебе, походу, его привел. Или да, ты? Кстати, факт. Надо по кабине стрелять. Чтобы больше, ну да, по кабине больше урона. Так, вышка уже горит. Я, пожалуй, отъеду немного. Да, они не наносят урона. А, все, супер, братан. Я давай к тебе ехать помочь, нет?
Не надо, я тут уже сейчас справлюсь. У меня уже 300 хп. Ой-ой-ой-ой-ой, он на меня сагрился. Вот это я зря, конечно. Ой-ой-ой, тихо. Давай-давай-давай-давай-давай. Ну, доламывайся, ура. Я убил этого большого. Слушай, тут мне бы с типчиком помочь. Я еду к тебе. Еду. У тебя есть оружие? Да, есть пушка одна. А, вот он тут сбоку уже. Ну, блин, у меня хп нема. У меня 100 хп всего лишь. 100 хп? Держись! У меня 300 хп. Я еду к тебе. Ну, спасибо. 90 хп. 80. Тихо. Стоять! 60, все, я умираю. Беги. Не успел? Давай, братанчик, в соло живи. Да расстреливайся уже. Ура. Молодец. Ну, там двое противников осталось на одной вышке. Да нормально. В принципе, ты у меня выйдешь. 220 хп. Давай, к тебе выезжаю. Все, отлично. Пощади, мне же еще остальных рабов кормить. Отлично. Красная пика. Угу. Ну все, поехали, значит. Эй, ты, собственно говоря, где? А я еду на свободу рабам. Встречаю обработанного вот этого типа. Ну сейчас ты тпхнешь, типа. А, хотя хз, кстати. Опа, меня тут встречает типчик. Интересно. Давай, к тебе еду. Сильный, большой и маленький. А, да не шибко. Горевший уже, походу. А, нет, земля горела. Это он поджигать любитель. Опа. А, ты тавой. О, так. Все. Супер. Кто мне там пишет? Блин, кат-сцены максимально простые, но прикольные. Угу. Ой-ой-ой, стреляют. Давай, я прямо стреляю. Давай, короче, ой, извини, развернул тебя немного. Да, завершаем это задание. Все, я этого типа уничтожил, вот сзади еще ребята. Надо Дрейка спасти, прямо стреляю. А, освободи, интересно, я догоняю, братан, я догоняю. Давай. Они-то слабенькие. Ну, по сути, да. Все, запердохло. А тут что-то взять можно. Это железо дополнительно. А, ну потом это пофиг. Бежать. Ой, я горю. Ой, тихо. Ну сейчас я типа запердохну вообще на изях. Жить. На. Гори. Тут 2-3 этих обломка и все. А, блин, у меня двух пушек нету. Ракетниц. Каких? Ракетниц. Ракетниц, в принципе, не страшно. Ну, как будто бы да. Да, ура. Давай, это еще добьем. Отлично. Поехали за Дрейком, все. Да, погнали. А, стоит? Слушай, у меня вообще передних двух колес нема. Весело. Обидно. Я протаранить попробую. Ой, ракета летит! Ой! И все, мне жопа, я сейчас сдохну, все. Давай, я пока этого Дрейка буду сопровождать один. Давай. Я отстреливаюсь. Все нормально. А, не, нифига, тут их. Вот эти моменты с погоней, типа, так. С перестрелками, да, мне да, очень да. Напоминает Безумный Макс. Плюс. Прям очень напоминает это все. Да, в принципе, атмосфера игры такая. Напоминающая, ага. Безумный Макс. И гони быстрее, сейчас тебя толкать. Я тебя подталкиваю, как можешь заметить, давай, немножечко. Давай. И вот ты Дрейка. Подожди, а мы вообще куда его тянем? А я не знаю, он куда-то едет, мы просто как бы с ним. Почему у него самая чистая машина, типа почти вообще не пострадала? Ну, у да. Тебя горящая, и вообще. Так в него ракетами даже херачили при мне. И он. А он живой, ему вообще пофигу. Он даже не горит. Да. Здравствуй, мы твои друзья, тебе больше нечего бояться. Мы обеспечим тебе кров и пищу, и никакого рабского труда. А, как там. Ты моя новая госпожа, я поеду туда, куда прикажешь, только укажи. Ох, он повторяет одно и то же. Я посоветую со своим, попробуем распутать историю нашего друга. А починить? Нет? Что это такое? Починить? Ой, я надеюсь, это меня не враги. Это враги. Это... А, Магила, эй, ты чё ещё тут забыл? Голова лишняя. Чёрт, ещё один опустошитель на подходе. Эй, ты, помогай с расстановкой турели или всем... Конец. Ну, нам, походу, конец. А, нет, забавный это наши. Факт. Это наши? Да, это тиммейты. Понятно. Так, турели. Забавный турели. Факт, что приехал ты, а стоял я. Нормально. В общем, там машина была такая починенная, все такое. Ну, супер. Хотя, на самом деле, я без одной турели... Ой, без одной турели. Так, все, последнюю турель надо поставить.
представляешь, против нас вот такие вот три годзиллы. Ой, это будет жопа, мы с ними не справимся. Наверное. Ой, у меня тут кустик стал мыльным. Ой, тут кто-то на ногах ходит. Интересно. Ракеты. Это жопа. Ракеты класса... Опустошитель уже здесь, к оружию. Ох, ё-моё, ну все, нам же пеню, Это кто это? А, тиммейт. Да. Наших тиммейтов сейчас все раскидают, и мы останемся в соло. Почему я... Ай-яй-яй-яй, я прям около него стою. Вот, вот этот мегалодон нас будет защищать. Ракета, ракета. Надо по кабине ему стрелять. Ой, турели, слава. Ракета. Слушай, мне кажется, нужно держаться рядом с ним, как будто бы. Ракета 20 часов. Мы его зажали, все супер. Давай. О, кстати, без, уже без одного колеса. Ой, у меня 800 кп, кстати. Они, кстати, быстро тут сочно уходят из кп. Ой, турель уничтожает. Давай мы по колесу, давай мы будем ему по колесам стрелять. По ногам ты хотел сказать, ну да, можно. Ну да, по ногам. Ну это может становиться и колесами. А, все, у меня пушки нет и колеса пошли нафиг. Все, у него ракет нет. Да, но есть очень хорошая пушка, которая меня сейчас убьет. Да. На, я убили. Прикольно. Так, ребят, ролик уже затянулся, охренеть как долго. У меня время 1:30 ночи, так что мы, пожалуй, закончим. Надеюсь, вам это видео понравилось. Ностальгическая, красаут тема, будем еще обязательно играть. Надеюсь, вам это видео понравилось. Пожалуйста, лайк, если не понравилось, делайк, напишите в комментариях, батачник или получилось. Ссылочка на телеграм-канал в описании. Всем пока!